запомни имя Ассала. Не забывай, как твоя армия у нас сосала. Да едем, убиваем, чё, блядь, блядь. Ну, Илья, давай, Илья, ты ведёшь. Илья, ты ведёшь. Да, я не умею завозить, я не умею завозить. Погнали, парни, слышно, давайте их дождём. Справа, Илья, тут. Давай я проведу, да, ладно, в помойку. Чем да. дальше, блядь, тем лучше. Чё, вакаинко? Ещё правее, ещё правее, ребят. Алик, давай быстрее уже, а? Яра, геворджампа, геворикджамп, подожди, мы зайдём, своё возьмём. Где он? Ой, ты дурак. Где он выебать? В смысле, дурак? Я думал, он еще дурак ебут. Где он? Да вот, убивай. Гэм! Тук, Гэм! Офмус! Я тоже не про всего прогнал, вот это. Да мы тут аккуратно. Атакер Сала ничего, это просто ёб. Давай, атакер, вспомни свои времена, как я тебя учил. Бля, два. Ой-ой-ой, пацаны красавчик, я им за фрак... Всё. Эшкере! Ой, ярый, бля, ёбаный дед. Парни, погнали, да? погнали, сразу же рабим по ним. Просто домой. Домой, блядь. О, джамбо, дровец. Офается, блядь, ну офается, и где администрация? Вот нахуй. Администрация нахуй лобовки. Опа. Я сало сливать, не сало сливать. Ну отходите, блядь! Убил РКш. РКш, так что-то не было. Тихо, откуда меня стырит? Разгань, полет и стрелял, падает. Во-во-во-во, Тайрок съест. Где он? Я дал. Катя есть. Нету провокации. Как нету, блядь, вот провоцируют, я и скажу. Ну не надо. О, нормально. Бомж, блядь, соси хуй. Соси хуй. Кого я спас? Алик, поехали. Блин, блядя, ид. Алик, у нас один КПТ. Пацаны, там Сызо был, Тора, не дали. Алик. Да. Алик, стой, Алик, Алик, стой, Алик. Не, Гевор, я за ним пошел. Куда он пошел? Был Тора, дали. Вот он. Нет, не дали. Окей, все отлично. Ну если чё, пацаны, вот блядь, сука, один КПТ, что делать, блядь? Ноль металла, блядь, или... Дима, ты за металлом один раз гоняй, нам хватит. Кев, дай на кулак, Кев. Поехали, я тоже за металл куплю. Убивай. А вот ПТ, что делать с ПТ? Никакой, блядь, никакой. Никакой. Просто охуенный кап. Бля, у меня тебя тоже нету, Алик. Они в себя поверили. Алик, у меня тоже нету. За... Данное видео, которое вы увидели, это с лидерки Маркуса Гровиса на Advanced RP Yellow. Что хочу сказать, там у нас было 3-4 вара. Я просто хочу поблагодарить нашему составу. Реально, мне напомнили свои времена старые, 13-14 года, когда вот реально, вот не знаю, вот знаете почему? Потому что у нас на складе не было ПТ, мафия нам не продавала ПТ. Ныли, типа у них там норм, типа нету и так далее. Мы фолили склад на военке, фолили. Грубо говоря, как бы одно целое семья было у нас. Очень хорошие капты были на атмосферке желтом. И что хочу сказать. Короче, дальше вот коротко очень видео получилось, потому что некоторые материалы ушли и так далее. Остались только материалы вот из Advanced RP Shock, а это уже кулера Грубиса лидерка. Старайтесь ставить лайк, писать комментарии. Если актива будет, ребят, то я сразу начну пилить видеоролик, уже завтра будет готов. Если увижу актив. Всем пока.